Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что провоз легко воспламеняющихся и огнеопасных предметов и веществ, пользование открытым огнем и неисправными электроприборами, а также курение в поезде на протяжении всей поездки запрещено. В случае выявления нарушений, а также признаков наличия дыма в вагоне, сообщите поездной бригаде и машинисту на связи пассажир-машинист. Dear passengers, please note the transport of flammable item and substances, the use of open flame and faulty electrical appliances, as well as smoking on the train throughout the trip, is prohibited. Should you see any of the aforementioned taking place, or if you see smoke, please inform the train crew or the driver via the passenger driver communication device.